Дорогие подписчики, Ваня, смотри на меня. Мы хотим спросить. Вот смотрите, Ваня и вот это кто на фотографии? Смотри на маму. Скажите, это одно лицо или нет? Ждем, да, Ваня, ответа, кто это на фотографии? Ваня, смотри на меня. А вот еще. Смотри сюда, на подписчиков. Ой, что-то мутно стало. Смотри сюда, Ванюша. Вань, ну, смотри на меня. Красавчик. Сварила молочный суп, но что-то он загустел. С вермишелькой, как детки захотела. Спросила у них, говорю, с рисом или с чем? Или с вермишелькой, сказали. Ну вот вермишелька закончилась, спагетти есть. Поломала их и вот наварила. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. У меня что-то все окна запотели. Надо вытереть. Все окна запотели что-то. Кастрюлю принесла, видимо, на кухню. И все, и запотела. На улице хорошо, но морозит. Ты куда лезешь, чудо, ты в пюрешках? На улице хотела показать, у нас минус 15. И Вася сидит тут, морозит немного. Дорогие друзья, съездила в город и заходила на почту, купила два вот таких конверта для того, чтобы отправить приз нашим двум победителям в мини-опросах. Потом вот буду отправлять. Не знаю, сколько ребят. Но буду отправлять все вместе. Подождите пока немножко. Потом заходила в магазин, купила корейскую морковку, халву. Посылка мне с Китая пришла. Вот такая вот кошелечек такой. Маша, дай за тебя пакет, пожалуйста. Потом заходили в магазин, взяли хлеба. Три булки. Две белого и одну черную. Вот черная. И одну вот такую вот я себе взяла, и это из отрубей, короче, хлеб. Машенька, убирай. Да, Маша, я тебе для поделок нашла. Мне нужны были, с Машей нам нужны были вот такие вот штучки для того, чтобы сделать тигра. Па-бам! Все, мы теперь сделаем с Машей поделку. Губки для мытья посуды. Свой любимый имбирь с лимоном. Потом я взяла кошке корм влажный, чтобы таблетку ей дать опять. И клей нам надо было на горячий пистолет. Потом дальше. Я уже говорила, что я у Ирины... ссылочка на канал, кстати, в описании будет. В тот раз забыла, да, ребят, ссылку ставить. Смотрела, как она суши делает. И мы с ребятами хотим свои суши сделать, да, Машенька? И заказали большую пачку. Тут сколько листов? Нури. А сколько листов? 50 листов здесь, Нури. Потом на Новый год упаковочную бумагу мы заказывали. Ну, Машенька, держи вот такую вот. Так, ну остальное показывать пока не буду, потому что там подарки подписчиков, их вы увидите на Новый год. Там подарки мне сделали подписчики. Я их также запакую и положу отдельную коробку. И будет надпись от подписчиков. Поэтому вот так вот. Все, дорогие друзья. А, еще да. Мыло 5-литровое заказывала. У нас то уже 4,5 месяца прошло, как мы его заказывали. И там осталось где-то вот так вот. Поэтому заказали новую канистру мыла. Вот все, по сути, покупки. Такие, завтра мы с Егором поедем за обувью. Ему надо обувь. Ну-ка покажи. Вот такой вот, смотрите, толстый рулон упаковочной бумаги. Вот такая вот красивая. Тут 10 метров. Выгоднее брать, чем в магазине. Да, правда, все одинаково будет цветов, но и наплевать. Маша, не трогай пока, потом там. Ладно, все, вот такие вот дела. Сейчас ставим чайник кипятить. Он еще не кипел, если что. Свет у меня со школы пришла. Маша, Катя, короче, все у меня уже дома. Вот такие вот дела. Ладно, всем хорошего вечера. Дорогие друзья, мы сегодня со Светой ходили по магазинам, да, вот смотрели. Я ходила, смотрела именно, вот вы говорите, Маша, надо поменять куртку. Знаете, какие цены? 5,5, 6, 7 тысяч. Меньше 5 я не нашла. 4,900 есть, конечно. Но там длинный плащ. А Маша длинный плащ не хочет. 4,900, да, был? Самое дешевое. Я еще помню. 4,900, по-моему. Потом 5,500, 6, 7 тысяч. Короче, вот такие вот. И как вы думаете, реально ли мне ее купить?
Нереально. Еще завтра в социальный, конечно, сходим, там посмотрим. Ну, не знаю. Но это очень дорогие куртки. Просто мне нереально ее купить за такие деньги. Ладно, всем хорошего вечера. Всем доброе утро. У нас время 7:30 утра. Я сходила Машеньку, проводила на автобус на школьный. Зашла в магазин, взяла молочка, творожок и сметанку. Так как маленький у меня дома, на утро им творог со сметанкой будет самое то покушать. Там, по идее, еще каша есть, суп молочный есть, каша есть, борщ есть. Ну вот, решила творожочек взять. И йогурт питьевой взяла в пакетике. Кунгурский наш. Он вкусный, детки у меня его любят. Так что вот такие вот дела. Ладно, идем домой. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и свое здоровье. Всем доброе утро, дорогие друзья. У нас утро. Что у нас сегодня? Четверга. Вот. Я уже сама запуталась в днях. Короче, что у нас происходит? Кто у меня дома из детей? Ваня, Марина, Оксана, Егор. Я, извините, печку затапливаю. Руки черные, печку затопила. У нас время к 11 часам подходит. Короче, затопили печку. Марина проснулась. Сейчас Марина будем заплетать. Потому что Марина лохматая. И будем прибираться. На столе у них тут бардак полный. Егорка у меня дрова пошел, сейчас принесет. А я пытаюсь растопить печку. Сегодня что-то печка плохо растапливается. Ладно, всем хорошего утра. Пока я заплетаю Марину, решила ответить вам на вопрос. Тут меня спросили: Настя, скажи, пожалуйста, а пишут ли твои дети письма Деду Морозу? Да, ребята, письма пишут, но не все. Пишут маленькие, вот Оксана, Марина, Ванюша даже пытался рисовать, а остальные уже прекрасно понимают то, что подарки им не Дед Мороз никакой дарит, а мама обычно покупает. Поэтому они как бы поддерживают, помогают им рисовать, писать, но старшие уже сами не пишут. Надеюсь, на ваш вопрос я ответила. Продолжаем отвечать на вопросы. Следующий вопрос. Настя, сколько раз тебе писала, что картошку перед тем, как чистить, надо сначала помыть, потому что на ней много микробов и мыши, и все по ним бегает. Дорогие друзья, ну да, ну вот видите, лишний раз в холодной воде мне палькаться неохота. И поэтому вот я как бы делаю, а потом мою картошку. Ну, все по-разному делают. Иногда я мою, иногда не мою. Когда теплая вода есть, я мою. Когда нету, я так. Следующий вопрос. Настя, скажи, пожалуйста, сколько ты тратишь денег на новогодние кульки, подарки в школу, в садик, да? Так, ну давайте по всем пройдемся. Ваня, нынче я сдала 220 рублей на подарок. Марина собирает по 300 рублей на подарок. Плюс там еще воспитателям, по-моему. Ну, это в каждой группе так. Плюс еще воспитателям по 100 рублей собирают, да? Что у Вани, что у Марины. Но я их пока не считаю, чисто кульки собираю. Дальше у Маши по 400 собирают. У Светы по 300 собирают. У Кати по 300 рублей. У Оксаны по 400. Но мы решили Кате, Маше и Оксане отдельно кулек заказали. Мы у другого производителя, который нам больше нравится. В группах мы написали, что мы покупаем кульки сами. И Свете мы тоже будем покупать сами кульки. Егорку уже который год не сдаем на кульки деньги. Он отказывается. Он говорит, что мама, я все равно не пойду ни на праздник никуда. И поэтому мы ему покупаем кулек дома. Мы ему покупаем, и на Новый год он так же, как и остальные ребятки, получает кулек. Надеюсь, на ваш вопрос ответила. Продолжаем дальше. Так, по поводу того, вот мне написали: Настя, у тебя же есть штатив тренога, там какие-то разные небольшие штативы всякие, так ставь напротив себя и снимай полноценно. Но да, сейчас у меня стоит на штативе. Я этот штатив склепила из того, что было, как говорится. Просто у меня дети любят ломать их, и у меня уже, знаете, сколько штативов было, но если попадают они детям в руки, то считай, все, пипец штативу. Ну вот, поставила сейчас штатив, как видите, вы почти всю комнату видите. Тут вот я детей подсадила сейчас творожочек кушать, немножко даже мукбангу увидите.
Так что, надеюсь, вам понравится. Всем, кто кушает, кстати, всем приятного аппетита. Это наше утро, как вы поняли. По поводу штатива, как вы поняли. Ну, вот я стараюсь, но вот я не могу приспособиться. И мне писали, чтобы купить лампу специально. Ребят, я на нее откладываю деньги, но вот пока все еще не... Сначала отложила, потом потратила опять эти деньги. И в оконцовке я так и не могу купить эту кольцевую лампу. Обязательно, обязательно куплю. Может, даже постараюсь себе на Новый год такой подарок сделать. Ребятки, кушают творог. Вкусный творог? Да. Ванюшка у нас проснулся. Ваня, как себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо? Чё ты трясёшься? Там бешеная, да, с ума сходит. Ладно, кушайте давайте. Всем, кто кушает, всем. Молодцы, приятного аппетита. У нас уже день. Ваня, ты что себе на щеке фломастером нарисовал? Да? Что там делаешь? Пазл собираешь? Ну, молодец. Но делай, делай. Делай пазл. Ваня пазл собирает. Я тут возле печки сижу, немножко ее открыла, чтобы она тепло давала сюда. Поэтому сижу возле печки. У меня машинка там стирается. Хорошо, Ванечка, собирай, собирай. Не упади только. Они тут также мультик смотрят. Оксана там с Мариной рукодельничают, да? Что там делаете? Календарь. Календарь режет все там, видите, что творят. Все понятно. Ладно, делайте что-то. Пока Оксане попозже уроки делать будем. Сейчас скоро с Егором поедем. На ему кроссовки взять зимние. У него, потому что все уже не к черту кроссовки. У него они уже тонкие, все уже плохие, надо взять ему обувь. Сейчас поедем с ним. Сейчас муж приедет с работы и поедем. Ладно, всем хорошего дня и хорошего настроения. Ребята кушают банан. Опять на шкаф приклеила наклейку. Мама, я везде буду шкаф в ванной, на буду в ванной. Хорошо. Я тоже банан ем. Мама, ось там наклейку убивают. А творог что никто не ест больше? Оксана, ты принесла творог обратно? А, ты будешь кушать? Кушай. Ну. Нас папа с работы пришел. Привез бананы. А сейчас пошел птичек кормить. Да, птички, а то голодные будут, да? И какая будет? Оксана, ты что творог не ешь? Бананы пришли, творог некогда есть. Ну, видите? Накрошил хлеб и комбикорм куриный. Мама. И вот так каждый день почти мама, сыпем. А если поломать бананы? Самое большое на два дня хватает корма. А если поломать да. бананы туда? Ну, там йогурт они еще пьют клубничный. Ты выпил йогурт? Я нет. Оксана Банаян макает йогуртом. Ладно, всем, кто кушает, тебе приятного аппетита и хорошего дня. Так, дорогие друзья, у нас время вечер и ужин. Сегодня ужин макароны с морковкой корейской и, как она, короче, сосиска для гриля. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита.